Йоп. Привет. Так, фонарь достал. Электрозамок. Какой-то электро... Как... Какой-то электрозамок. Чё? Чё? Так. Ржавый, грязный. Чем-то... Не спиртом его полить? Нет. А тогда... Ну, по идее, так думаю, телек взять и распидорасить просто. Чем её телека? Господи. Это тяжко. Нет, нет, нет. Здесь хуйня нет, ни хуя. Чат. О, у вас видок, как будто вы ночевали в канализации. Ну, это не важно. Меня зовут Амабель Свансон. Полагаю, мне придется объяснить. Может, вам, Свансон? Эй, вы слышите меня? Мне кажется, передача идет только в одну сторону. На вас направлена камера. Если вы меня слышите, скорчите какую-нибудь рожицу. О, да, да, смешно, смешно. Отлично. Значит, связь есть. А я даже ничего не корчу. Мне нужно вам многое рассказать. Да, да. Прошу вас, я вас внимательно слушаю. Че? Это мой голос? Мы упустили вирус. Он уничтожил всю станцию. 3 недели назад мы попытались выбраться наружу через шахты, но все пошло наперекосяк. Один рабочий иноид выбрался. Кого-то схватили, кто-то запаниковал и заблудился. Я побежала, а когда остановилась, поняла, что... Я совсем одна. Вот, кстати, еще один симптом заражения. Дежавю. Единственный, кто может нас спасти, это Говард. Он сказал, что вроде бы знает, как уничтожить вирус. Последний раз он был замечен в библиотеке. Но доступ туда есть только у сотрудников нашей организации. Так, в жилой части кто-то продолжает подавать признаки жизни. Вам нужно найти выжившего и попасть в библиотеку. Попытайтесь разыскать нашего доктора, Ричарда Эминиса. Он странно вел себя, когда я видела его в последний раз. Так, что я еще забыла? Ах да, не забывайте о признаках заражения. Обнаружен был в наличии. Вы что-то сказали? А, итак... Основные симптомы, которые нам известны, это паранойя и звуковые галлюцинации. О, кстати, еще один симптом заражения – дежавю. Хватит уже этого бреда. Не смешно. Думаю, вам этой информации будет достаточно. Сейчас я перешлю кое-какие данные о вирусе и открою для вас некоторые двери. А потом можно и поболтать. Да. Да, мне это очень интересно, очень мне это надо было услышать. Никчемная хуйня. Так, а теперь. Ну вот. Сохраняюсь, господи, как яркий.
Да. Одной причины больше, чтобы искать отца. Да, и приятный голос она Амабель услышать было бы неплохо, но я был уверен, что к моменту нашей встречи она уже сойдет с ума. Амабель, блядь. Если нам избранным предстоит делить нейронное пространство этого мозга, половину надо придумать имя. Странно, получив уникальную возможность поучаствовать в создании собственной номенклатуры, я в полном замешательстве. Ну что, мартышка, есть идеи? Вирус? Это вирус в нас разговаривает? Ты хранишь довольно много данных. Кстати, ты знаешь, что в тебе есть целый раздел с названиями... Уйди из меня! Ты посмотрел 3101,5 фильм. Послушай, вот ты не досмотрел тебя родители с Хьюстон. Я теперь из тебя никогда не узнаю, чем все кончилось. Кстати, может, Кевин, в каком-то смысле я тоже твой, ангел-хранитель. Так, а может уже съебешь из меня нахуй? Все бесы из меня вышли, да? Слава богу. Так. Давай, еще идем сюда. Арсенал. Пушки, да? Да вот как-то мне не верится. Упил. Нравится мне эта ржавая пила. А ты давно делал прививку от столбняка? Да господи. Так и буду там тупить, или чё? Идти искать высших спальник доктора по имени Эминис. Дверь библиотеку закрыта. Ля библиотека. На ладони сетчатки. Коридор, ведущий в машинный зал, заполнен этим газом. То есть там где... Господи, блядь. Говна ты сраного куска. Ля библиотека.
Или это быстрые выходы? Так, эти надо как будто все заперты. О, 361. 3061. Круто, батарейки, все такое. Ля библиотека. А, это рука. Ля-бля, рука. А? И, а потом еще и голоса начались. Да, тут внизу все были в своем уме, включая меня, но в любом случае мне нужно было пробраться в библиотеку. Что из заметок там есть? 360. Я помню, зачем вы здесь. Прекрасно помню. Доктор Свансон рассказала мне. Ладно. Я могу воспроизвести каждый слог нашего разговора. Я еще обратил внимание, в ее голосе не раз проскользнули странные интонации. Они заставляют меня предположить, что она мне не вполне доверяет. Динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. Какие у нее для этого основания? Мы тоже оказались в подобной истории, потому что мы и есть история. А, я помню день моего рождения. 18 сентября, 1964 год, 9 часов, 346 миллионов, 993 тысячи, 412 минут. Я помню, мама улыбнулась, когда я поднял голову и впервые посмотрел на мир. Вам, знаете что? Вам нужна рука, зарегистрированная в системе безопасности. Например, моя. Да. Это для библиотеки. Мне туда не добраться. Когда зомби заразили меня, я отделился от остальных. Я спрятался здесь. Вы понимаете, я не смог уйти. В любом случае, вам понадобится рука. Мне уже нет, это очевидно. Принесите тогда пилу. Я точно знаю, здесь есть пила. Я сам видел ее. Это было 3 года назад. За 1 миллион лет климатические изменения привели к изменению температуры на 10 градусов. Идите на восток. Первая дверь направо. Да на, спасибо. Славно, славно, славно. Ровно 12 дней, 11 часов, 39 минут и 12,4 секунды назад. Что у вас совершенно разными лицами. Но я же не мартышка. Уничтожь его. Он держит меня. Прими меня обратно в свои объятия, великая пустота.
если честно, я очень рад, что все получилось. Я, конечно, говорил, уничтожь его, но это была шутка. Может, отпразднуем победу? Выпьем цианидику, если хочешь. Тут наверняка найдется сибирская язва. Так, куда мне вообще понадобится? Синяя карта. А где рука его? Ты уж прости, но... Руку мне готэ. Нет, какая-то залупа, блин. Снизу вверх пойдем. Пусто. Найн. Опять пусто. Пусто. Хуйца. И опять все с ним. Красно. Как-то починить надо. Стереть и открывайся, шалава. Так, ну это не рука. Где его рука вообще? Он же... Чё он? Мне руку не оставил? Чё-то тут тыры-пыры. Я надеюсь, там замерзнет, я... Ожидание. Господи. Сука. А, мне еще надо, наверное, это... Типа прошить. Блин, шерсть это... В ноздрях шерсть. Так, все нам нужно настраивать плату, да? А для начала нам надо вернуть питание. Че, неужели тот козел там, его надо сначала выпустить? Мы сейчас сохранимся. Ай, черт.
Они все там же, я тоже не хочу так. Раз, так, ладно. Смотри, кажется, он успокоился. Может быть, ему просто не хватает ласки. Давай выпустим его. Не могу я его выпустить. И сами не смогу отсюда выйти. О, подожди. Подожди. Заметки. Так, необходим платы. Количество указано в скобках. Загрузочная 3. В сетевой 5, интерфейсах 4. Установка платы. Так. Windows. Так. Три, да? Здесь установка платы. Я что-то не то сейчас сделал. У людей такая неинтересная жизнь. Неужели у вас всегда такая скука? Я больше не могу. Выпусти меня. Ага. Что там она была? Господи. Сетевая 5. Сети и центральной сети по сути. Сокет. Интерфейс процессора, блять, ну говнище нахуй.
Я, честно, я, блядь, в душе даже не знаю. Да, держать процессор. Господи, что так её трясёт? Все включилось, да? Ой, да иди ты нахуй. Так. Водная пещера. Гробница. Учитывая, что у меня есть отличнейший доступ ко всем твоим воспоминаниям, я оказался в своего рода затруднительном положении. Этот саботажник, уж не знаю почему, но он напоминает мне о рыжем цвете. Какая там, блядь, дверь была, подожди. 361, да? Да. Дверь отперта. Список где? 361. Так, ладно. Того козла отпускать не буду. Какая там дверь открылась? Где-то здесь был. Вот это. Мне по-прежнему нужна рука. Руки у нас нет. Странски так не нашел. Смотри опять что-то. Медицинская повязка. Я с чем-то себе привязал. А мне показалось, просто кто-то насрал мимо этого. Толчка. Толчочка. Так. Заперта. Заметка охуенная. О, здесь, возможно, сейчас я руку и найду.
то все это. И интересно, это чтиво, потому что здесь нету страшных историй. Здесь просто какая-то хуйта сверху накидана. Пожалуйста, блядь. Виская сомнус. Вот это да! В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда. Или сейчас разрешение получше. Ай, так, простите меня. Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители. Я хотела сказать, эти странные артефакты лучше не трогать. Мы пока не знаем, как они работают. Я однажды видела, как кто-то подошел к тому, а я не знаю, сколько ты страшная там. Или ты красавица, или ты чудовище. Неважно. Я иду спасать кого-то. У вас, то есть у тебя, обязательно все получится. А может, на ты? Наверное. Я надеюсь. Так это Между быстро. Между прочим, если окажешься в моих краях, я ведь тут вроде как в ловушке. Ничего страшного, конечно. Я так, на всякий случай. Ну, конечно. На самом-то деле они совершенно безопасны. На 100%. Уж я-то знаю. Они согревают и тело, и душу. Вот, после инъекции сердечный ритм. В такой степени, что по всем. В голове настоящая каша. Вот А литерация, Б багульник, В вегетосоматический. Эти длинные ненужные слова занимают столько места. Пора прибраться в твоем бардаке. Вот, к примеру, зачем тебе таблица Менделеева? Господи, блядь. Я что, убил себя? Все? Казалось, что это конец. Иди нахуй. Тебе так не показалось, что иди нахуй просто. Так, какой-то рычаг что-то включает. Гадочник показывает минус... Так, я там вырежу всю вот эту хуйню, где я просто бегал. Так что ты не думаешь, что видео очень длинное. Оно могло быть еще длиннее. Действительно, чем мы тут занимались? Я могу его расковырять? Нет. А? Чувствую, не просто уйдет. Так. А теперь, мой друг дорогой, мне надо... Так, у тебя в рюкзаке фрагменты расчлененного человеческого тела, но злодеем при этом ты считаешь меня.
Ну-ну. Заметок. Так. И сетчатки. Ладони и сетчатки. Ладони и сетчатки. Так как с ладонью нас обломили, мы воспользуемся сетчаткой. Остался ручной. Сука. Дрянь. Ядовитым газом. Да господи, ну как же мне быть. Я что, все время пробегал мимо этой двери? Я сюда ни разу не заходил. Сука! Блядь, ебаный в рот. Это еще загадка странная. Чем это? Сука, нет. Не? Чё? Просто потыкал, что-то там сработало. Охуеть, потрясающе. Я даже не понял, что вообще надо делать. Смотри-ка сюда. Похоже... О, да. Зрительная зона коры головного мозга мартышек сделана довольно примитивно. Мне бы... О, видишь, похоже на глину. Мне очень не хочется отрывать тебя от сложных логических построений, так что скажу просто. Ты видишь то, что я заставляю тебя видеть. Если ты будешь крутиться, ничего не получится. Нельзя заглянуть в рукав к фокуснику.
ты пойдешь нахуй. Вау. Оу. Понятно. Ясно. Ясно, ясно. Все с тобой понятно. Да ты чё? Ты хочешь сказать, я такой жирный, что ли? Ты, блядь... Я чё, реально такой жирный? Оскорбил сейчас меня. Вообще, это было унизительно. Так. Ну, во-первых, я вообще-то могу как бы перепрыгнуть, чтобы не мучиться. А могу. Я не ты. Я часть чего-то большего. Нас нет. Это просто какая-то ошибка. Я должен присоединиться к ним. Отпусти меня. Дай мне уйти. Это неправильно. Я хочу к ним. Я — это они. Нет никакого я. Впрочем, это не первый раз. Еще кто-то был заражен. Рыжий. Он так хотел умереть, но мы ему не дали. Он сказал, заболевание. Я тут сейчас опять что-нибудь натыкаю, медом. Что мне надо было опять сделать? Ёбаный. Нихуя. Господи, свет. А что-то с этими артефактами не так. Что-то в них есть неправильно. Но такое притягательное. Охуеть. Бля, что это за рубильник такой? Ну что, пауки, что ли? Какие, блядь, пауки? Хм. Смешнее. Впрочем, я пока не так долго живу. А чё вы забавляете? Чё тебе пить?
свет. Так, ладно, на этом все, так что... Добавление о внутреннем распорядке. Глава касты настоятельно просит биологов-вирусологов не брать работу на дом. О-о-о. Да, так его. Врежь ему, приятель. Нам нужна свобода. Вот и все. Он может хуйца там соснуть. Ладно, все, на этом все. Так же. Давай там раз, два, все, пока.